высказывания, перефразированные из Николая Островского. Жизнь нужно прожить там. Ну да. Не так, а там, чтобы потом не было бесконечно жаль за бесцельные прожитые годы. Ну, а потом выяснилось, что за границу можно ездить легко, а деньги можно зарабатывать значительно больше в других организациях, учреждениях и, самое главное, в частном секторе. И, как мне кажется, в результате этого произошел какой-то вот обывательный процесс деградации дипломатических кадров. Или я ошибаюсь? Ну, это не совсем так. Это если мы берем за идеал именно советские дипломатические кадры, они что, собственно, не говорит о том, что это была какая-то идеальная дипломатия. Это действительно были, как правило, дети московские, причем дети, потому что ему было, по сути, единственным, который открывал двери в эту профессию. А ему, ну, ему можно было поступить только с московской пропиской. То есть никакой, вот как сейчас, там, региональные элиты, какие-то там региональные бизнесмены, прокуроры и прочие губернаторы, ничего не было. Нет, ну какой-то, да. Какой-то процент, что называется, иногородних там тоже. Ну, да, наверное, да, но, может быть, международная журналистика. Я же сам не оттуда, да, поэтому это совершенно тоже непонятный мир, но во всяком случае это было достаточно. И потом мы сами ответили на свои вопросы. Главная приматка была за границей, да, это все-таки была страна за жесточайшим железным занавесом, жесточайшим. И выезд за границу рассматривался как величайший достижение. Даже не важно в какую. То есть, если один раз человек был, ну, собственно, что я пересказываю, вы лучше меня помните. Если один раз человек в жизни съездил в Чехословакию, это... он потом рассказывал об этом годами. Insurance and the roadblocks affects my everyday life, and it frustrates me. Это... он потом рассказывал об этом годами. Да, моя покойная мама была в советские времена за границу только один раз, именно в Чехословакии. Ну да, кстати. Ну, вот по поводу деградации, там же был встречный процесс. Если мы берем как советские кадры за идеал,